Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске видеоблога я хочу вас познакомить с незаурядным человеком. Это человек, который учил меня стрелять. Его зовут Семен, он инструктор Польской Академии Безопасности, European Security Academy. Семен, что такое ЕСА? ЕСА — это в переводе European Security Academy, сокращенно ЕСА. Она находится, центральная база находится в Польше. Офис находится во Вроцлаве. Занимается подготовкой как спецподразделений, как подразделений личной охраны, как подразделений, которые работают в high-risk zone. Вот. Специфика очень и очень широкая. В основном это связано с людьми, которые работают с оружием. В чем отличие курсов ЕСА от других оружейных курсов? Отличие курсов ЕСА, потому что все инструктора, которые находятся в ЕСА, имеют персональный огромнейший опыт работы в тех или иных зонах, в которых мы сейчас именно даем ту информацию нашим курсантам в различных курсах. То есть, если это Maritime Security, охрана кораблей, значит, часть инструкторов там работала и имеет огромный опыт. Если это PMC курс, охрана в горячих точках, то есть это Афганистан, Ирак, вот, непосредственно очень многие люди, которые имеют огромнейший опыт работы там. Вот. Все инструктора имеют реальный опыт. Сегодня состоялся первый семинар ЕСА в Украине по динамической стрельбе. Твои впечатления от студентов, от группы, от самого семинара? Ну, как бы, мои впечатления хорошие. То есть, как бы, все нормально восприняли этот материал, который, как бы, мы приготовили им, который мы попытались максимально дать, максимально быть реалистичный, да, то, чтобы как происходит в реальных ситуациях. Мы стараемся немного отойти от того, что происходит в тире, да, в тире, то есть мы работаем, но в таких динамических, то есть условиях, которые мы только что здесь создали, то есть это практически всегда было в движении, всегда люди двигались, устали, но выполняли то, что им непосредственно давалась изначально задача. Какие у тебя планы? Будет ли ЕСА развиваться в Украине? Мы как бы пришли в Украину, да, я единственный представитель здесь в Украине. Есть в планах у нас развивать здесь то, что дает ЕСА. Вот, тем более сейчас, в данной ситуации, то, что происходит в нашей стране. Все покажет время. Как это люди воспримут, как воспримет государство. И, то есть все покажет время. Следите за анонсами о новых семинарах. Будет сообщено отдельно. Спасибо. You're welcome.